Александр Давыдов, компания «Интерволга». Я являюсь руководителем отдела маркетинга. Мы его называем отделом интернет-маркетинга, если занимаемся интернет-маркетингом. Называем отдел маркетинга, если занимаемся маркетингом. Просто иногда очень длинно говорить. Вот. Через мои руки, не знаю, через меня, наверное, так говорить, проходит уже почти полтора года, как 90% наших продаж. Я очень прошу прощения у Саши, но вот Денис Владимирович Шлихин, который является руководителем... Я извиняюсь, я просто случайно здесь. Группа компаний «Интертермогаз», для которых мы внедряли этот портал. Человек, который и внедряем, еще будем внедрять. А, да, да. Да, вот, руководитель помнит о существовании проекта. Не, ну, то есть Овчинников не обманывает, то есть... Да. Это самое ценное. Но это не подстроено, поверьте, я просто здесь случайно сидел. Да, я выхожу и удивляюсь. Извините, пожалуйста. Да, спасибо. Да. Ну, просто расскажем, всего... Да. Итак, теперь, сейчас будет доклад только про CRM. Как она работает, что в ней есть, что в ней нет. Постараюсь, прям вот можно там на каждом пункте чуть подробнее оказаться. Мое мнение, самая классная возможность именно в бесплатной версии портала – это именно CRM. То есть редко кому нужны задачи, Степан правильно сказал, в основном это айтишные компании. То есть вот те, кто работают с проектами, вообще в IT-технологиях, там действительно задачи – полезная вещь. Если вы работаете в полях, организовываете мероприятия, не знаю, продаете там что-то где-то, у вас там точки, а не услуги, то в любом случае CRM вам поможет это сделать. Вы, может быть, не будете пользоваться ничем другим, но именно системой работы с клиентами сможете. Пока были доклады, отвечаю на вопросы заданные. Вдруг кто-то не услышит на них ответы впоследствии. Итак, вопрос от господина Сергея Жилина по поводу интеграции с почтой. Я уточнил, посмотрел. Итак, действительно, можно подключить свой домен. То есть не так, как вот мы сказали, мы там доработали возможность отправлять через еще один ящик, чтобы все хранилось все-таки в CRM. Можно подключить к порталу свой домен, иметь домен не вида davidov@bittrex24.net, а можно иметь свой домен своей организации, и почта будет на нем. В любом случае это будет вот та самая интерфейс, скорее всего, будет именно Яндекс.Почты, но вы не будете пользоваться другим доменом, это будет ваша личная почта, вы можете там с других устройств ее использовать. Кроме того, задавали вопросы про миграцию. Итак, среди приложений это не готовые модули, да, не рабочие, которые уже существуют. Это вот те самые приложения дополнительные, которые можно устанавливать в свой портал. Среди приложений есть инструменты, бесплатные инструменты миграции со следующих сервисов, вот то, что уже увидел. Мегаплан, Zoho CRM, Basecamp, Yammer и Data2 CRM. Вот Zoho и Мегаплан, насколько я знаю, действительно используем, крупный проект, то есть можно Bittrex24 оттуда мигрировать. Не только контакты, не только плоские CSV-файлы, как уже говорилось. И Basecamp тоже, да. Дальше, по поводу IP-телефонии. Там же, в этом списке приложений, много приложений для таких сервисов, как онлайн PBX, Telefarm, Zebra, Cloud Connect и Sipuni. Если кому-то известны эти бренды, эти сервисы, то это можно сразу тоже подключать. Так, дальше есть по поводу импорта, вы задавали вопрос, по поводу импорта бизнес-процессов. Экспорта. Экспортируются они в файлы с расширением BPT. Если вам знакомо, что это такое, вот можно экспортировать и импортировать тоже. То есть, я так понимаю, есть какая-то, ну там, например, система конструирования тех самых бизнес-процессов, если она умеет взаимодействовать с файлами BPT, то вы увидите эти бизнес-процессы у себя в портале. На вопросы ответил, сейчас переходим непосредственно к рассказу про CRM. Итак, да, заглавие. Клиента нужно знать в лицо. Как ни странно, действительно можно подключить даже фотографии клиентов. Если вам не лень, можно в карточку ВКонтакте загружать фотографию своего клиента, там, искать их в социальных сетях, например, так вы действительно будете их еще и видеть, кто это такой. Итак, значит, для любого человека, занимающегося продажами, знакомы вот такие вот
действие понятия, да, как кропотливая работа, холодные, теплые клиенты, горячие, повторные продажи, формирование доверительных отношений, с каждым нужно позвонить, каждому написать и так далее, И про это самое главное нужно еще и не забывать. Ну, вот этот человек уже где-то мелькал со своими стикерами. Я понимаю, что сейчас здесь будет много гипертрофировано, утрировано, то есть будет доклад примерно такого образа. Вот как обычно в обычной жизни, а вот как Bittrex 24. Понятное дело, что многие что-то где-то уже автоматизируют, многим это может быть не знакомо, может быть у всех идеальная память, и никто ни о чем не забывает. Но тем не менее, вот доклад построен именно так. Как большую часть лидов конвертировать в успешные сделки, как организовать максимально эффективную работу? Так, вот он, тот самый инструмент для рисов. Вот он. Да. Он считается одним из, но действительно для отдела продаж, для отдела, который, ну, для компании там, в основном, который занимается именно продажами, а дополнительными вещами, он может быть не один из, а самый главный и самый основной. Вот краткий перечень того, что умеет CRM Bittrex 24, сейчас уже об этом во всем расскажем. Итак, как обычно происходит работа с потенциальными клиентами? В CRM Bittrex 24 есть такое понятие, оно понятие лид. Мы его всегда обозначаем как повод поговорить. Я его раньше не встречал в других системах, которые пользуются, мне неизвестно. Вот здесь оно прижилось, и сейчас у нас оно как в обычном обиходе. То есть кто-то тебе позвонил, пришло обращение на почту, я не знаю, на улице встретились, вы сайт делаете, вам визит. Это значит, что у вас появился лид. Это первый шаг для дальнейшей работы. Лиды бывают хорошими, с которыми приятно заниматься работой, которые перерастают в дальнейшие сделки, контракты. Да? Лиды бывают некачественные, номер тебе не тот дали или просто спросили ради интереса, например, на улице, то есть он не хотел покупать. Тем не менее, все лиды, то есть это правило, его нигде нет, оно само по себе ни в каком виде не существует, только у всех в головах оно должно устояться, что любой лид должен оказаться в CRM. Именно как какая-нибудь сущность, как лид или как контакт вы его заведете. Но тем не менее, он там должен оказаться. Мне Степан Александрович упрекал где-то еще год назад, почему ты следишь за этим или не следишь. Чем больше у тебя начинается вот этот оборот вот этих самых лидов, то есть входящих, звонки, обращения, неважно, каким образом они к тебе поступают, тем больше ты понимаешь, что есть шанс что-то упустить. Какое-то письмо осталось неотвеченным 2 недели, и ты про него просто забыл, потому что еще 800 навалилось. Какой-то звонок, или кто-то тебе позвонил, ты сказал, я тебе перезвоню, и потом в дальнейшем опять же туда не добралось. То есть вот это правило, оно должно быть в головах у людей, кто работает с продажами. Что любой повод поговорить, любое входящее обращение должно оказаться в CRM в качестве лида. Если вы его туда занесли, хоть просто имя, телефон или имя и почта, у вас уже есть 99%, что вы про него не забудете, вы его не потеряете. Итак, тут об этом, собственно, и написано, что контактов исходит из самых разных источников. Если один человек работает с продажами, это более-менее еще все у него одного хранится, если хотя бы два и несколько, то все, до свидания. Вам, наверное, знакома эта ситуация. У одного пол телефонной книжки всей общей базы, у другого вторая половина. Друг у друга что-то спрашивают, может быть, не ведут им нигде в общую базу. Когда мы этому клиенту что-то продавали в последний раз? Когда мы с ним вообще разговаривали, получали от него какие-то письма, запросы, и что ему еще можно продать? Вот эти все вопросы, на эти все вопросы должна отвечать именно CRM. Так, по поводу файлов, все, уже не будем вопрос поднимать. По поводу нужных контактов сложно найти. Действительно, проблема существует. Есть заказчик, как найти его телефон, есть как найти его e-mail. Это постоянно нужно. Ну и проанализировать, естественно. Так, Bittrex 24. Единая база клиентов для всех сотрудников. Можно настраивать права доступа, по-моему, уже говорили. Можно делать так, чтобы... Вот это будет полезно тем компаниям, которые, ведут, рассчитывают премиальные в зависимости от того, кто первый начал работу. Я знаю, такие существуют, например, недвижимость так могут продавать. То есть вот если это мой клиент, то даже если потом, пока я в отпуске, его довел кто-то другой, или он через год созрел, то получаю за него прибыль все равно я, потому что я начал. Вот в CRM можно настраивать права, чтобы никто, кроме вас, ваши контакты не видел. Можно делать так, чтобы руководители видели, или специальные права для CRM, то есть, например, человек, администратор CRM или занимается продажами, можно сделать так, чтобы он видел
все контакты, но для конкретно продажников, например, да, тех, кто сидит на входящих, может сделать так, чтобы он видел только своих. Это очень удобно и действительно работает. Ну, мы не используем, но это работает. Так, дальше. Полная история клиента. Полная история клиента, она как раз отображается в этой самой CRM, на вкладочке «История», там есть та же самая живая лента, там можно действительно посмотреть, когда он был, так сказать, создан, когда ты ему что делал, когда выставляли счета, коммерческие предложения, когда отправлялись письма, когда были звонки, если вы используете телефонию. Так, звонок напрямую есть. Импорт контактов из Outlook, Яндекс.Почты, Gmail и других источников. Действительно. Поиск и удаление дубликатов. Вот эта штука существует, но работает на самом деле так прям на троечку. Потому что иногда вам, обычно там с русскими именами, которые повторяются там через одно, да, там вот вам звонит какой-то Сергей Иванов, вы думаете, это тот Сергей Иванов или не тот Сергей Иванов, а вдруг не тот. И на всякий случай создаете второго Сергея Иванова, хотя CRM действительно подсказывает. Она говорит, в базе уже есть такой контакт, посмотрите, не он ли это. Интеграция с вашим сайтом и интернет-магазином действительно присутствует. Отчеты. Итак, любой пропущенный звонок фиксируется как лид в CRM. Опять же, естественно, если вы используете телефонию. Эти самые лиды можно автоматически распределять. Вот здесь показан именно механизм бизнес-процесса. То есть его нет в бесплатной версии, но тем не менее скажем о том, что вот тут, вот, например, он настроен, причем это настраивается буквально вот в этом конструкторе очень быстро. У лида есть такое поле, его можно заполнять, сумма контракта, ну, предполагаем, например. Если эта сумма свыше 100 тысяч, можно этот лид обрабатывать по схеме через отдел по работе с VIP-клиентами. Если меньше 100 тысяч, то можно обрабатывать через отдел продаж. Даже вот такого характера можно настраивать бизнес-процесс. И когда лид создается, задача будет автоматически ставиться либо сюда, например. Даже можно указывать, кому конкретно. Итак, теперь вот это самое, вот одна из, наверное, моих любимых штучек называется введение клиента или напоминалки. Вот у... Да. Какие проблемы она позволяет решать? Опять же, как я уже говорил о том, что ты обо всем забываешь периодически, ну, там, не потому что ты там растыкай память отдырелая, а просто потому что много всего и невозможно даже успеть. Еще бывает так, что это уже относится к допродажам или там повторным продажам. Есть заказчики, которые платят раз в 3 месяца за что-то, раз в год, например, продление лицензии, да, или там покупают платные тарифы, и им нужно каждые полгода, например, или там каждые 3 месяца напоминать о том, что вы должны там продлить ему. Чтобы вот это не забыть, не надо пользоваться никакими дополнительными напоминалками. Есть в этой самой CRM возможность к любой сущности, будь то это лид, или это просто контакт, или это какая-то компания, то есть такая крупная там, да, организация, в которой несколько контактов заведено, для него можно назначить дело. Дело может быть какая-то задача, или даже звонок, или даже встреча, но тем не менее, когда ты назначил дело, оно, как я уже говорил, интегрируется и тебе в календарь, и ты видишь это у себя в напоминании, и ты гарантированно не забудешь об этом. Но если только сознательно не сделаешь его, но не забудешь. Да, и менеджер видит список дел на день, то есть это вот на рабочем столе в самом B324. Вот здесь показана эта штучка более подробно. То есть вот есть у вас какой-то входящий звонок. Для него можно добавить вот список его дел, для него можно добавить события или задачу. Вот для Ивана Михайловича мы смотрим, сконвертированный лид — это лид, который, ну, например, перерос в сделку, или вы просто его сохраняете в список контактов. Для него дела отсутствуют. Вот это на самом деле неправильная ситуация, особенно вот это. То есть человек узнавал про сайт, звонок был, лид находится в статусе уточнения информации, ну, то есть как бы мы или ответно звоним, или там по почте переписываемся, но дела отсутствуют. Вот это вот гарантия того, что про него все забудут сразу же. Ну, там, условно, там, через неделю забудут. У каждого лида должно быть дело. Хоть какой-нибудь, хоть звоночек, но тем не менее должно быть. Это гарантия не забывать. Вот, да, опять же, позвоните клиенту с B324 на его мобильный или городской телефон. У контактов рядом есть вот такая кнопочка. Если у вас настроен телефония, на нее нажимаешь, сразу звонишь. На вот этот номер. Там проблема только, сразу скажу, ну это не в упор, а что у нас существует. Есть такие телефонные номера с добавочными, они обычно пишут там как 495-555-.doc.125. Вот этот добавочный номер, к сожалению, в таком формате не поддерживается, он не знает, как на него звонить. То есть вы должны либо руками набирать, либо как-то хитро указывать его сразу. Так, это что у нас такое?
Ну да, это вот опять тот же самый список уже чего? Контактов. Это список контактов, просто ваш, так сказать, контактная книга, да? Тем не менее, там тоже есть дела. На контакты можно дела назначать. Ну, просто, не знаю, позвонить, спросить, как поживают. Так, готовый сценарий продажи для менеджеров. Ага, это вот прям неизвестная проблема. Я действительно, я не знаю ее решения. Я, наверное, еще не дорос. Я не знаю, как хорошо и быстро научить человека работать с входящими заявками на разработку сайтов. Потому что сайт — это такая сложная вещь, если да, пользовались когда-нибудь и вообще пытались сделать. Для него никогда нет фиксированной цены. То есть это не буханка хлеба, на которую можно цену назначить. Вот тут самая большая проблема при продажах именно чаще всего именно сайта, что конечную цену, чтобы уметь называть или хотя бы вилки этих цен, ты должен долго очень этим заниматься. Но тем не менее, новый человек может не знать всех ваших нюансов. Ну, например, да, может не знать, что вам нужно на коробочку добавлять бантики. Вот, опять же, это все делается спокойно в CRM с помощью персонализированных настроек для вашей компании. То есть, понятное дело, там есть готовые инструменты, их можно даже не трогать, они хорошо работают. Но, например, у сделки есть различные стадии, там переговоры в процессе, там коммерческое предложение. Вот эти стадии можно настраивать. Можно вообще сделать сделку из трех стадий, там начало, середина, там конец. Конец, значит, все, деньги пришли, продажа состоялась. Вы настраиваете для ваших продаж именно вашей компании. Если вы торгуете там товарами, то вы можете прям целый прайс-лист здесь сохранить. У вас тут есть такая, не знаю, слона кнопка. Там есть товары, там можно их создавать сколько угодно с вашими ценами, и потом, когда вы, например, создаете новую сделку, вы туда сразу товары добавляете, она сразу считает общую стоимость. А номенклатуру из какой-то программы сейчас можно? Вот, из 1С можно, опять же, это, скорее всего, на бесплатном тарифе вам не будет доступно, но, тем не менее, возможность есть, вы можете получить весь список. Также с иерархией. Вот, тут уже чуть более подробно показана сделка в состоянии переговоров в процессе. Например, вы с ним подписали контракт, да, получили там предоплату или там достаточно вам подписания. Сюда нажимается, и она становится зеленой. Вот зеленая сделка заключена. Иногда сюда нажимается и становится сделка не заключена. Бывает так, мы вроде всегда всего договорились, но все, деньги у людей закончились, или там вы им разонравились. Эта сделка точно так же должна быть закрыта, но тем не менее со статусом красненький. Сделка не заключена. Висящие сделки, особенно без дел, я об этом потом еще расскажу, это признак того, что у вас отдел продаж где-то там халтурит, организации никакой нет. Я периодически совершаю набеги на CRM, в следующем докладе покажу. Итак, когда звонит клиент, ну опять же, да, это вот прекрасно рассказал Сергей Анатольевич, Bit324 позволяет решать проблему, кто звонит, когда он вам раньше звонил, что хотел, записать разговор и так далее. Вот карточка входящего звонка. Она пока с вами на компьютере. Тут, если он уже у вас существует в базе данных, есть кнопочки посмотреть, какие дела с ним назначены, какие сделки с ним были сделаны, счета, которые были вызваны. А? Это входящий звонок. Ну, вы с ним можете разговаривать, а попутно там, смотреть, когда вы ему что-то там продавали. То есть это по IP-телефонии, да? Или как? Да, если у вас подключена телефония, это вот все вот так вот именно работает. Так, коммерческое предложение. Вот с этим сложности сразу скажу. Если вы продаете товары, сложности никаких. Из базы товаров накидали, что ему нужно, настроили однажды шаблон этого коммерческого предложения, там подпись можно прицепить, печать, ну, картинка, естественно. И она его делает, прямо в PDF-очке можно отправлять. Если вы продаете услуги, и чаще всего эти услуги еще и ну, разной стоимости, потому что это разработка сайта, вроде услуги, это одна, но она иногда бывает 35 тысяч рублей, иногда бывает 135 тысяч рублей, иногда бывает 1 350 тысяч рублей. Мы не можем создавать под, там, не знаю, каждый раз новый товар. Поэтому у нас создан один товар, ну, для того, чтобы попадать в коммерческое предложение, именуемый разработка сайта, например. Но, естественно, каждый раз вам приходится менять цены. Но, тем не менее, проблемы, которые позволяют решать, это версионность
То есть вы можете там бесконечно его переделывать, или он там сегодня, там, вернее, там, сейчас сказал, это хочу, завтра, когда дополните мне еще это, вам не надо переделывать каждый раз ему само коммерческое предложение. Вы одной кнопкой его каждый раз просто формируете по новой, и все, добавляя или удаляя товары. Вот. Оно позволяет копировать туда информацию о нем, если на там ИНН и все прочее про этого контакта известны, оно тоже вам это все прекрасно покажет. Так. Да, вот, возможность распечатать и отправить по e-mail. Прямо вот из CRM. Там есть такая кнопочка почты, туда можно прицепить это самое коммерческое предложение и счет тоже. Счет от коммерческого предложения, вот, в ее терминах почти ничем не отличается. Ну, только у счета есть там статус оплачен, не оплачен, но строится примерно так же. PDF со списком товаров, там, кому, от кого и так далее. А счет доступен и бесплатно, ли? Да, CRM, вот вся целиком работает. А вот вы говорите, там еще печать такая. Картинка прикрепляется, да, однажды отсканировав свою цветную печать и ее прицепив, он будет у вас на всех этих счетах. Тут уже больше про уровень доверия. На самом деле, если человек вообще без разницы, вы ему там на телефон сфотографируете настоящий бумажный счет и отправите по почте, и он согласен по нему оплачивать, то вот вместо вот этих вот четырех действий, там скопировал двух, можно его формировать здесь. Если вы с ним не можете договориться, или там с их бухгалтерией она требует бумажный документ, ну, вам все равно не поможет эта PDF-ка. Вы в любом случае этот документ ему повезете. Вот здесь показаны статусы чего? Коммерческих предложений. Черновик, ну, и тут уже там выставлено. То же самое про счет. Так, вот здесь чуть подробнее. Я на самом деле говорю, я почти не пользуюсь именно счетами из CRM. Почему? Потому что у нас есть бухгалтер, наш бухгалтер требует, чтобы каждый счет, который мы выставляем, у нее в ее сводке, в ее базе данных был. Мне на самом деле это очень не такой частый процесс, то есть я там не так часто прошу бухгалтера сделать счета, поэтому проще попросить один раз, и он сразу не оказывается, чем выставить из CRM, отправить клиенту, а потом об этом, например, ну, не передать его бухгалтеру, а через неделю Наталья меня будет спрашивать, извини, пожалуйста, что за деньги, почему я это что-то не видел, не знаю. То есть для меня вот пока что организация закончилась на том, что я прошу бухгалтера. Хотя, если вы работаете там только с CRM, и там ваш бухгалтер готов с такими счетами тоже работать, то пожалуйста. Скажите, а у вас какая версия за 200 тысяч, которые... Не-не, у нас облако. Это облако. И вас это устраивает? Да. Я чуть позже тогда, после доклада, отвечу, почему мы переехали в облако. То есть мы сделали наоборот, мы из коробки в облако переехали. Так, про счет уже сказал. Вот если есть интеграция с 1С, у нас ее просто нет, но если она есть, то там как раз счет будет создан, поэтому не надо будет бухгалтеру его отсылать. И оплата, естественно, придет точно так же обратно. А у вас в облаке какая вот эта вот бесплатная вещь? Не-не-не, самая, как она называется? Команда, да? Компания. Компания. То есть есть бесплатная, есть команда и есть компания. То есть компания там самый большой по возможности среди облачных версий. Список счетов можно подтверждать вручную. То есть, если интеграции нет, но деньги пришли, просто ставится статус, что счет оплачен, все, это для CRM такой сигнал есть. Повторные продажи. Можно вопрос по поводу счета? Да. Вы говорите, что счет в CRM создается? И там тоже можно его создавать, да. Или инициатор может быть 1С и через CRM отправить? Если есть интеграция, то может. Так. О чем разговор? Повторные продажи. Также до продажи и все прочее. Какие проблемы здесь есть? Про время уже все не говорим, понятное дело. Опять же, вторая проблема или даже основная – вспомнить. Для этого надо использовать как раз назначенные дела или там задачи по каждому из контактов, по каждой сделке. И опять же, проблема с поиском, про нее уже рассказали. Помогает. История сделок – прекрасная вещь. То есть вы действительно видите, что вы с ним раньше делали. Иногда бывают такие интересные случаи. Приходит запрос, ты ищешь его в CRM и находишь, что полтора года назад у тебя ровно то же самое спрашивали. То есть вот человек полтора года прошло, видимо, так ни с кем не договорился или так ему никто сайт в итоге не сделал, но тем не менее задача все еще есть. Честно, обидно за такие.
мне кажется, он больше потерял за эти полтора года, там, чем пытался сэкономить 20%, например, там, выбирая между подрядчиками. А что-то корень звонит пациента? Нет, это живая компания. Заходишь на их сайт, там он опять все то же самое. Полтора года назад он такой был, и сейчас он все ровно такой же. За полтора года мы просто, ну, сайт можно сделать, и еще за год, ну, там, за полгода, например, хорошо сделать, и еще за год его прокачать так, что, ну, тебе покроют все расходы по прибыльности. Итак, планируем звонок, письмо клиенту заранее. Говорили об этом. Что у нас с продажами? Считаем конверсию. Да, вот я до сих пор на этой стадии, как эта девушка. Это вот, честно признаюсь. Я лучше использую электронные таблицы для анализа наших продаж. Ну, Google таблицы. Не сам Excel. Ну, таблицы, да, именно такого же характера. Чем пользуюсь этими отчетами по CRM. Наверное, это к этому просто надо еще просто дойти. Сейчас вот еще, может быть, там полгода и придем. Просто мотивацию надо, да? Ну, может быть. Может быть, даже дело в том, что в Excel есть несколько таких интереснее более вещей. То есть мы, например, за предыдущие 3 месяца у нас по каждой сделке есть такая колоночка, откуда человек впервые пришел к нам на сайт. И это очень интересная вещь. То есть вот эта штука, она ее вот, ну, только специально там мы завели поля, мы тоже здесь это можем указывать, но уже как-то по цели все лежит и лежит с ним проще, ну, в смысле, по электронным таблицам. И интересные факты есть, что, например, февральские продажи иногда случаются, ты видишь, что человек первый раз там в декабре, например, пришел к тебе на сайт, потом вот там в январе ты с ним работал, а в декабре он пришел на сайт из какой-нибудь публикации Степана в Фейсбуке. То есть вот эти вещи удобнее все-таки реально отслеживать в Excel. Потом вот эту вот лестницу видишь, источник продажи. Да, ну а по поводу посчитать и сравнить источники, ну пока еще, да, мне все-таки проще именно в таблицах это делать. Хотя нет, ну хотя CRM, я не говорю, что она это не умеет, она это делает. Ну, тут написано по менеджерам, кто там больше продал, вот эти самые воронки. Сделки в каких статусах кто находится. Вот видите, из 100% у них 33% заключенных. Ну, это хорошая прям воронка, я понимаю. Анализируйте продажи с помощью первичного отчета с воронкой. Итак, еще. Ага, что же все-таки есть еще? Еще раз, есть мобильное приложение. Прекрасное мобильное приложение. Прям вот всем рекомендую. Конкретно Bitrix24. Там есть CRM. Оттуда можно действительно, ну, имея там интернет или Wi-Fi под рукой, сделать коммерческое приложение. Если прям, ну, как это называется, знаете, там, в продаже в полях приезжает человек там с терминалом для приема денег, да, там со всеми делами, там, принтер, чтобы договор сразу распечатать. Вот это почти то же самое, только все умещается в одном телефоне. Там есть несколько все-таки ограничений. Я так понимаю, это просто недоработки самого приложения, они будут доделаны. Ну, например, я так и не научился конвертировать лиды, и там просто эта кнопка почему-то скрыта. Я вот не помню, то ли у меня там какое-то старое приложение, то ли что. То есть там поставить любой статус можно, но сконвертировать лид, например, нельзя. Но тем не менее, опять же, вот такие вот интересные карточки клиента, тут карточка клиента, там вот опять же есть кнопка, например, позвонить, вот ты звонишь ему по мобильной связи. Это все прекрасно работает. Вот. Вот это уже для больших. Если у вас есть 1С, простите, 1С будет дальше. Это если у вас есть интернет-магазин на платформе 1С Bittrex, управление сайтом, редакция, либо малый бизнес, либо бизнес, либо там enterprise, про нее не говорим сейчас. Что они умеют делать вместе? Вот это классная штука, многие это делают, действительно, потом такие, о чем мы раньше не пользовались. Она сайт на Bittrex, это Bittrex24 CRM. Во-первых, загружают туда заказы и, ну, то есть вот в интернет-магазине что-то купили, они оказываются здесь. Регулярный двунаправленный обмен. Ну, во-первых, это вообще одна и та же платформа, там вообще все очень просто и быстро делается. Так, бизнес-процесс для автоматического распределения лидов, да, опять же, эти самые воронки, все это доступно. Самая интересная вещь, что из интернет-магазинов CRM можно товары перекинуть. Ну, то есть вы работаете интернет-магазином, долго, например, на Битриксе, решили завести Bittrex24 CRM, вы их тут же подружили, все ваши товары оказались в Bittrex24. 1С. Это вот такой
Интеграция 80-го уровня. У вас есть 1С управление торговлей, у вас есть интернет-магазин на платформе 1С Bittrex, и у вас есть Bittrex24 CRM. Действительно, так вот можно все связать. Это сложно, долго, дорого, но работает хорошо. Вот. Облачный CRM. Ну, опять же, да, преимущество. Быстро подключать, быстро установить мобильник, быстро там всех завести контактов. Ну, по поводу «не нужно учиться, чтобы освоить», вот задавали вопрос не про обучение, и еще расскажу. Bittrex 24, компания 1С Bittrex, если не ошибаюсь, еженедельно проводит часовой вебинар, по-моему, что-то типа в среду в 11, где-то так у них обычно время, но если у вас есть возможность, то буквально там, ну, посмотрев серию вебинаров, хотя бы там раз 5-6 подряд, вам никакое обучение уже не надо будет. Потому что это рассказывает сами сотрудники 1С Bittrex. Они лучше любых других, как правило, знают, ну, те сотрудники, которые работают над этим продуктом, они лучше любых других знают какие-то фишки. На этих вебинарах, если есть возможность обратной связи, можно туда же напрямую задавать вопросы. То есть это вот прям вот очень рекомендую. Сам смотрел только один раз, просто потому что у меня нет времени их смотреть, они в очень неудобное время идут. Вот, по поводу... Да, еще по поводу обучения. Есть доступный в открытом доступе курс обучающий. Это как просто ну, онлайн энциклопедия, чем обучающий курс. Там много текста, много видеопримеров, прям видяшки, прям экран, там, куда мышкой нажимать. Называется «Пользователь корпоративного портала». Он рассказывает вот все, как там нужно делать. Называется «Пользователь корпоративного портала». Если интересно, мы в рассылку семинария его результатов, где будут ссылки на видео доступные, мы тоже этот, ссылку на этот курс дадим. Он абсолютно бесплатный, не надо регистрироваться, просто открыл и читай, что угодно. Конечно, хотим. А? Конечно, хотите? Хотите. Дайте. Поставьте задачу себе по факту. Да хоть сейчас. Там, мастер-класс, да? Так, просили перерыв. Вот следующий доклад. Это... ссылочка, где можно зарегистрироваться. Я ставлю задачу прямо при вас. И сейчас 7 минут 3-го. Давайте в 14:15 продолжим.